Сколько она стоит? Можно, это надо база, чтобы... Сколько? 24 мега. А могу... Эту квартиру продать? Купить КамАЗ, еще и в квартиру вложиться. Один КамАЗ. Рабука. Не складываешься, там ждешь его, хочешь. Что ты вот тут убираешь? Они, короче, стульками работают. Стоят вот эти все длинные руки. Тихо, тихо, тихо. Кушай. Ты прям в эту сотку уходишь по полной программе. Может, когда кушать, без сотки будешь кушать? Садики научили. То. Да. Аккуратно, аккуратно. Все не макать. Не горячий? Я его научила. Мы же утром пьем чай. Миссия. У тебя ухо не болит? Что-то красное. А? У него сейчас такая термоядерная шапка. Че? Вот так он тоже мне целый день. А вы когда идете гулять? Вот сюда. А ты что, красить не собираешься? Запиши ее завтра, пусть тебе покрасится. А ты мне уже... Дэн, что с твоими руками? Балазы. А ты перчатки одевай, то она? Одеваю, когда мажу. Я хотя бы кого-то чистить перестала, то я говорю, почему? Обветривается, что ли? Да. Значит, надо перчатки другие тонкие купить. Че, не смог мне рот открыть? Да. Ничего от этого? Нет. До этого надо перчатки ходить. Сейчас перчатки. Сейчас лучше. Будем. Сладости поменьше есть надо, на. Не гони, а. Официальное посещение 18 числа. На. Ну, он да, все школьник. Пей, будь мягче, печенье. Что ты, Ляс, меня год будешь бегать подарить тогда? Сейчас подарить. Что подаришь? Аккуратно. Смотри, не упади. Не попади, не попади. Аккуратно. Что подаришь? Коробку собираю. На новую все будете корзины делать, да? Корзина за корзин. Маленькая корзина. Скажи,
Малина, маленькая корзинка. Девка. Нельзя. Говори, маленькая корзинка. Большая корзинка. Большая корзинка. Чистые пруды. Чистые пруды. Грязные. Грязные. Пруды. Пруды. Вот так вот. Сядь правильно. Сядь. По шее сейчас дам. Чего тебе ухо чешется? Ты что? Болит? Ухо болит? Не ври. А зубы страшные. Ужас. Кошмар. Нельзя. Нельзя тебе плачь. Сейчас съест он тебе. Там он сейчас выскочит и бабайка будет. Чего у него зубы начинают расти? Какого зуба? Посмотри, что у него уши. А? Иди сюда. Сюда иди. Покажи ухо. Что у него там? Не поцарап. Зуб покажи. А, Даяна, принеси ему футболку в этом жарке. Стой! Не собирается. Собирай? Кофту сними, футболку оденешь. Подожди. Штаны не снимать. Кофту сними просто, все. Оказывается, отменили всем зеленым, которые... Что, сказали, что только зеленые могут ходить? Я ж тебе сказал. За хер собачий 40 тысяч заплатил. Почему? Ты знаешь, по телевизору что попало, говорят? Один так, другой так. А, ну сейчас же ревакцинация же пойдет. Ну? Кто сейчас будет, сейчас всех будет гонять. Чего ты переживаешь? На всякий случай пойдет. На. Мало ли же, что не должен быть. Что у тебя там этот? Ухо чешется, вот ты поел эту, как ее называют? Как называют?